Сейчас мы открываем книгу Сирах, глава 34, стих 4. Еще раз. Что нечистого, что можно очистить? И из того, что ложно, какая истина может прийти? Еще раз. Что нечистого, что можно очистить? И из того, что ложно, какая истина может прийти? Какая истина может прийти от этого праздника? Что как сказать здесь? Что можно очистить от что уже нечистого? Хэллоуин, если вы любите Бог, никогда делать это праздник вообще. Хэллоуин. Вообще никогда делать. Дальше. Книга Йова, глава 14, стих 4. Кто может очистить нечистой от нечистоты? Ни один. Еще раз. Кто может очистить нечистой от нечистоты? Ни один. Ни один. Ни один. Никто может забрать, что истина от день Хэллоуин. Потому что день Хэллоуин уже нечистоты. Вообще нечисти при нашем Бог лицо. Когда мы отмечаем эти все праздники, мы проклоняем другой Бог, эти идолы. Но, израильные люди, мы очень специальны для нашего Бога. Мы очень специальные люди для нашего Бога. Я об этом буду читать сейчас. Книга Второзакония, глава 7, стих 6. Ибо вы народ святый у Господа. Еще раз. Ибо вы народ святый у Господа, Бога твоего. Тебе избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был созвением Его народом из всех народов, которые на земле. И еще раз. Ибо в народе святи у Господа Бога твоего. Тебе избрал Господь, Бог твой, чтобы вы были созвением Его народом из всех народов, которые на земле. Да, Он сотворил все народы, но все люди не их люди. Извиняюсь, все люди не Его люди. Все народы не Его люди. Только Израиль люди. Только черные, мулаты, корень американский и латиноамериканский люди. Не все люди. Арабские люди? Нет. Китайские люди? Нет. Белые люди? Нет. Оригинальные хамити, африканские люди? Нет. Эти все люди не наши Бог люди. Давай мы открываем. Еще на другой глава. Другой книга. Мы открываем сейчас книга пророк Исаии, глава 44, стих 1. А сейчас слушайте, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал, и Израиль, которого я избрал, я избрал, я избрал. Израиль люди, он избрал от остальные люди. Израиль люди, они их семья. Не все люди. Никакой христианский церковь будет научить тебя это истина. Мы его люди, поэтому он
наказывает наши люди сегодня, когда он забрал наши люди от нашей земли и бросили наши люди на все земли в рабство. Поэтому на все земли в Европе, в России и тоже в Африке, в Америке, все народы не любят наши люди. Да, они будут сказать, потому что мы черные. Нет. Неправда. Это неправда. Наши Бог сказал, почему это. В Библии есть все ответы. Это потому, что сначала в Библии, глава 25, 26, наш Бог, и тоже 27, наш Бог только избрал один люди. Или тоже второзаконие, глава 32, он тоже это сказал. Он забрал только один люди, извиняюсь, только один люди для его. Только один люди он избрал. Он не избрал все народы. Он сотворил все люди, да, он сотворил все люди. Но все люди не его народы, не его люди, не его семьи. Только черные латиноамериканские люди и корейные американские люди. Это все в Библии. Все пророки для этого все пророки в Библии сказали об этом. Черный Мессия, Иисус Христос, он умирал только для этих Его люди. Не для всех людей. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.